Лев Бородулин – легендарный спортивный фотокорреспондент. Он родился в Москве в 1923 году и из 95 лет жизни 65 посвятил фотографии. В его многообразном творчестве неизменно всегда остается одно – каждый кадр несет в себе энергию жизни. Бородулин сумел запечатлеть историю радости и разочарования, взлетов и падений, притом буквальных, и нет ли, собственно, есть та самая жизнь. Не случайно именно спорт становится основной темой для фотографа. Дух состязания и соперничества оказывается для Бородулина олицетворением насыщенности и полноты бытия. Поэтому же он не снимал просто спортивные соревнования. Он видел тонкие чувства, удивительное переплетение эмоций, которые рождались на дистанции между стартом и финишем. Бородулин создает удивительную геометрию форм, сотканных в пластике фигур, линий и силуэтов героев его снимков. Его художественный взгляд формировался под влиянием таких классиков авангарда, как Александр Роченко и Борис Игнатович. И развивать модернистский язык фотографии, но уже в конце 50-х годов ему позволяла, возможно, единственная область, более-менее свободная от идеологических установок. Как говорил сам Бородулин, спортивная фотография защищала меня от идеологии и политики. Однако ни всемирная известность, ни относительная свобода в выборе выразительных средств не уберегли Бородулина от шквальной критики партии. В 1960 году журнал «Огонек» отправил Бородулина на летнюю Олимпиаду в Риме. Там он делает один из своих самых известных снимков с вышки, который стал обложкой номера и заодно поводом для масштабного скандала. Партийный идеолог Михаил Суслов, увидев эту фотографию, был возмущен выбором ракурса и манеры съемки, и впоследствии даже провел разъяснительную беседу об искоренении формализма с главным редактором журнала Анатолием Сафроновым. Конфликт в итоге был улажен, однако фотографии Бородулина потом еще долгое время не печатались в «Огоньке». Специфика спортивной фотографии и расширенные возможности Бородулина в выборе художественных средств позволили ему стать первым советским фотожурналистом, который начал использовать сверхширокоугольный объектив. Сегодня мы все его знаем как фишай. И при помощи рыбьего глаза Бородулин снимает знаменитый кадр «Мы играем в волейбол» для очередного номера «Огонька», но на этот раз посвященного Олимпиаде 1964 года в Токио. В этой же технике он делает потрясающую фотографию со съезда КПСС, которую традиционно ни даже мы сегодня, ни тем более партийные работники 60 лет назад не могли представить в таком широкоугольном формате. Более того, Бородулин имел в своем арсенале цветную пленку, и это была та роскошь, о которой многие советские фотографы того времени могли только мечтать. Цвет привносил в и без того динамичные и громкие снимки еще больше жизненных красок.